По поводу «Мастера и Маргариты». Ну, конечно, в «Мастере и Маргарите» мне бы хотелось сыграть Маргариту. Вот, в принципе, не могу сказать, что это прям моя заветная роль. Есть куча всяких других произведений, которые бы я хотела бы сыграть, и ролей, которых бы я хотела сыграть. Ну, как бы приходится довольствоваться тем, что тебе предлагают. К сожалению, это отличает актерскую профессию от многих других профессий, где, в принципе, люди лишены возможности выбора. Они играют то, что им дают играть, и мирятся с этим, и как-то пытаются быть счастливыми с тем, что есть. Хотя мне тут жаловаться вообще, в принципе, не на что. У меня хорошая актерская судьба и очень много сыграно больших интересных работ и ролей.